Итак, друзья, у нас с вами 10 глава сейчас, которую нужно сделать. Я вообще не помню, чего на самом деле. Челнок чиним, да, мы потому что решили сваливать отсюда. Негров вчера, увы, распилили. На наших глазах прям. Сраная баба выжила. Плюс баба подставила еще военный корабль, который сюда пришел у нас типа спасать. И в итоге просто получил по щам. Игра больше не пугает? Да нет, наверное. Уже как-то нет. Здорово. Уйди. Пахнет бегать. Нормально. Тихо. Подожди, не ешь меня. Да хорош. Так, что делать? Труборез, помоги! Бывало и хуже. Что уж тут скрывать. Хорош! Игра больше не пугает? Так она и не пугает. Ну типа, ну это просто было жестко. Это было не страшно, а жестко. Ебать! Молись, тварь. Ну давай. Отпусти, блин. Ну неприятно, да, неприятный враг очень. А, это говно. Я тебя понял. Да. Ёпрасы ты! Да ты чё рофлишь, что ли? Иди отсюда! Блин, да вы чё, ну мужики! Иди отсюда! Давай, закрывай! Да блин, нечестно, ни хрена! Ладно, я тебя понял.
Да твою ж налево! Да что там мешает опять? Школьник, открывайся. Давай, 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 быстрее, школьник, ну! Блять, а почему не сработало-то? Заморозка, я же прожал. Я прошу. Сейчас, как я не побегу, у меня ног нету. У меня ног нет, как я не побегу, блин. Беги, говорит, я сделаю. Не-не-не-не-не, давай без дресни. Блин, твою налево. Ну давай сюда. Ну. Дружище. Вот это Пати Харт вообще, да? Вот это Пати Харт. Для верности. Сосать, сосать, сосать. Мне, пожалуйста, медиум вел, медиум вел, без крови, без медиум, медиум вел, без крови мне, пожалуйста. Спасибо. Ну, чего ждать-то? А, Жирнич идет. Ну, обелиск-то где, Жирнич? Он работает. Да, он должен работать. У нас есть немного времени в запасе, чтобы сделать все правильно. Челнок необходимо вывести из ангара до запуска. Контрольная панель здесь. Ты проследишь за процедурой расстыковки, а я запущу двигатели челнока. И тогда мы объединимся. Поспеши. Я подведу челнок к причальной палубе. В смысле объединимся? Мне не нравится эта фраза. Замки челнока отключены. Блин, пахнет каким-то кидаловым все-таки. Пока что пахнет кидаловым. Ну, атлет бежит, смотрите, атлет бежит. Нормально тебе?
паскуда, тварь. Ну что, чуваки, сейчас походу на обелиск посмотрим, да? Обелиск. Да? Доставка объекта 7. Необходим кинетический модуль для дальнейшего. Ёб твою мать! Откуда я мог знать, что они тут вылезут? Я находился в таком месте, где уже вообще ничего нельзя было сделать. А если верни гравитацию, тогда я смогу загрузить обелиск. Ну чё, чуваки, рискнем? А? Рискнем? Так. И... Зона гравитации. Идет погрузка объекта 782. Главное верить. Пожалуйста, полетели со мной. Вместе полетели. Мы сможем конечно, остановить конечно, конечно. Мы наконец прекратим этот ужас. А тёлку здесь оставим. Вот это нормальная тема, вообще, мне нравится. Сюда! Поспешите! Времени почти не осталось! Быстрее, быстрее, быстрее! Давай, давай, давай! Какая сука это сделала? Блин, это бородач сраный! Амелия? Ты куда? Во-во-во-во-во, только не на меня дуй, пожалуйста. Прости, Айзек. Мне жаль, что так вышло. Я должна быть благодарна за то, что он нашел обелиск. Мы даже обошлись без помощи USM Вейлор. Я с самого начала говорил. Мой отдел искал это место уже очень долго. С самого начала говорил. Кейн даже не догадывался, что весь этот хаос сотворило правительство. И что вся планета была одним большим экспериментом. Обелиск? Божественная реликвия? Его создали люди. Просто скопировали с настоящего инопланетного обелиска, найденного на Земле пару сотен лет назад. Откопали, изучили, воспроизвели с точностью до деталей. Привезли на Эгиду-7 и включили. И вот ты видишь результат. Сплошная череда кошмаров. Самое мудрое, что они могли сделать, объявить систему запретной. Но тут появилась CEC и начала разрывать планету по кусочку. Но эксперимент все еще не был окончен. Кейн был прав насчет разума Роя. Обелиск его сдерживал, но сейчас это уже не имеет значения. Обелиск у меня. А вся эта система может катиться в ад. Если для тебя это что-то значит, ты проделал отличную работу, Айзек. А теперь прощай. Люблю тебя. Айзек, это Николь. Ты должен помочь мне. Ты должен помочь нам. Нихуя нет. Я беспокоюсь только о своей жопе. Пожалуйста, поторопись, молю, Айзек. Я люблю тебя. Где здесь дверь домой? Покажите мне, пожалуйста, дверь домой. Ага, да, правильно. Все верно, прямо там. А, погодите, можно же вот так попробовать, смотрите. Что доказывает нам что, друзья мои? Что она не настоящая, естественно. Да просто это галюны. Это галюны. Да кому? Поехали. Пились, пились, и больше не берись. Айзек, используй погрузчик, чтобы достать обелиск из челнока. Как насчет того, чтобы сделать это самой? Хоть кто-нибудь в этой игре вообще может что-нибудь сам сделать без моей помощи?
моя медленная звезда. Давай, открывайся. Ну! Сосать! Ты умирать не будешь, нет, сегодня? Погоди, я сейчас не понимаю. Я сейчас вибу вас! Чего происходит, я не понимаю. Да как ты еще жив-то? Как они попадают-то так по мне? Да чего? Ладно, просто пробежим. Окей, просто пробежим. Но не сейчас. А вот теперь посмотрим. А вот теперь мы посмотрим. Ну давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Весело тебе? Следующий. Давай, 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 давай. Весело тебе? Да твою мать, ну тебя не хватало только, придурок! Блядь, вот это я зашел! Да блять, как вы заебали меня, сука! О, черт! Давай, давай, жри ее, давай, жри, давай! Ай, хорошо, давай, добивай! Ну! Ай, каев-то какой! Ну все, ладно. Стоило того. Стоило того. Господи, спасибо тебе. Спасибо большое. Ёп, твою мать. Я тебе давай просто верну обелиск, слышь? Как тебе такая идея? Мне он не нужен, если что. Не спрятаться? А, так это варан из Dark Souls из первого. Еба, вы рофлите, что ли? Ну, это Габелла. Это просто Габелла. Вы чё? С таким управлением? Да отпусти меня, ёб твою мать! Нет, 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 ну только не враги, ну... Бля... Ладно, я тебя понял.
классно ты придумал, да? Сириусли! О, да! О, да! Вряд ли все, мне кажется, это еще что-то должно быть. Чего? Серьезно? Че, не, говно не забираем? Закрыто. Ну все, прям на Марс трогать тройную сиську. Какой-то индус, короче, просто. Айс, привет, это я. Жаль, так хотелось поговорить с тобой лично. Прости меня. Чего? Чего вообще? Мне кажется, тут FPS немножко... 600 FPS только что было у меня на счетчике, чуваки. 600. В общем, игра отличная. Главный и чуть ли не единственный минус — это вот эта вот кривизна этого порта с Сосноли. Просто пипец, я настолько отвратительных портов давно не видел, серьезно. Как она просто по-ушлепски управляется, это какой-то кошмар, просто адовый ад. В остальном то, что надо, то, что получил, ровно то, что ожидал.